אנחנו יכולים להתחיל. כן, שלום. שלום לכולם. שלום. שלום. שלום, ירדה וסבידית. סמנוי. Пока мы не знакомы, я хочу делать начало знакомства, а потом чуть-чуть расскажу о себе, а потом, что я буду преподавать. Хорошо? Кто-то здесь меня уже знает, знакомые голоса, а кто-то нет. Я Елет Юшуваев, я была в Москве очень много лет, можно сказать, в течение 25 лет у нас там Тора Мицион, центр учебного иудаизма. У нас там было бет мидраш нашим, урок разный, много всего. Тот, который знает меня из Москвы, уже знает. Я живу сейчас в Израиль. У меня муж, 8 детей, 8 внуки. Я преподавала много разных тем, а это 25 лет, очень много разных. И решила, я посоветовала с Натан, и мы решили учить книги Кузари. Я буду рада, если будет... Во-первых, я буду рада, если будут вопросы во время нашего урока. Я буду рада, если будут те, которые посещают урок постоянно, потому что это курс. Это не одна, это не один урок по какой-то теме, а другой урок по другой теме, это курс. Но все-таки я постараюсь, чтобы будет интересно каждый урок отдельно. Если кто-то не хочет прийти на весь курс, я буду рада, если по очереди каждый будет сказать его имя. Правда, пока мы видим книги Кузари, здесь у нас глава 1, мы начинаем сначала, будет сложно видеть все. Может быть, сейчас на 1 минуту Натан без текста, что мы увидели все? Да. И по очереди, если можно, каждый скажет, как его зовут и где он живет. Единственное. Комментарии можно? Комментарии. Да. Дамы, дамы, вам так повезло, а Элит – это наша учительница, учитель в Москве. И мы очень тужим, что теперь это, ну, как-то сложнее будет общаться. Да. Вам спасибо, так повезло, Клара. Вы еще не сразу поняли. Клара, спасибо. Давай не так долго, что мы успеем. Все, все. Тема. Меня переполняет. Так что это Клара из Москвы. Да, 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 это Клара из Москвы. Да. Теперь Витали. Виталий Вавнобой, Корней Шамрон. А, Виталий из Корней Шамрон. Очень приятно. Тали. Тали Аронберг из Хулона. Откуда? Из Хулона? Ага. Очень приятно, очень Земли. Приятно. Кто следующий? Мири. Да, шалом, Айлит. Шалом, да. Ты меня знаешь, да? Я тебя знаю, да. Я из Москвы, да. Да, Мирьям из Москвы. Дальше кто у нас? Я пытаюсь имена здесь читать. Людмила Мимоскова. У меня такая просьба, если это ничему не противоречит, сейчас на момент знакомства включите ваши камеры, чтобы было видно, кто есть кто. Да, я не могу включать, извините, да, я никогда не включаю, извините. Да, по возможности, я добавляю, если можно, по возможности еще, что мы увидели с кем. Окей. Да. Да. Дальше кто? Сара. Это я. Да, Сара, откуда? Из Москвы. Мы знакомы. А, да, Сара, не видно. Была Сара из Москвы, да. Кто у нас следующий? Сара Ерона. Да. Да, дальше кто у нас? А, Виталий, который уже сказал, да. Кто еще? Марина. Кто-то уже убежал. Здравствуйте, Марина из Петербурга.
Очень приятно, очень приятно. По-моему, все представили себя. И давайте представим Раби Иуда Леви, потому что Раби Иуда Леви пишет его книги. Раби Иуда Леви, который живет в Испании, он писал его книги на арабский, он не писал его на иврит, конечно, не на русский. Я держу в руках перевод, есть разные переводы, я держу в руках перевод на иврите, у нас будет на этом массах перевод на русском, так что это перевод к перевод. Есть на иврите разные переводы. Раби Иуда Леви пишет его книги, он вначале представит, почему он пишет. XI век, он хочет писать основы иудаизма, он один из ראשונים. Он писал его книги как спор, как диалог, даже не спор, как диалог. Он взял рассказ, рассказ בצר כוסזר, который был 400 лет до его времени. Был или не был оставлен для ученый посмотреть, но что известно, что даже если это рассказ про царь Кузар был, Раби Иуда Леви не слышал ни слова из царь Кузар, он взял рассказ, который был ясно, и писал это как рамка для его книги. Потому что он хотел писать его книги как диалог. Диалог вопросы и ответ, что интересный. Диалог вопросы и ответ между неиври и раввин, неиври, который спрашивает снаружи внутри, то есть это диалог из царь Кузар, который он неиври, в первый мамар, в первый часть книги он неиври, вопрос основа иудаизма, после этого вопроса царь Кузар стал евреем, и уже четыре части книги Кузари, это уже вопрос и ответ царь Кузар, который уже соблюдает все заповеди, он уже еврей. Интересно, книги Кузари разделяются на пять части, как пять хумашим. Может быть, мы начнем уже первую часть, глава первой части, потому что в первой части написано про рассказы, и более мы будем понять, что Раби Иуда Леви хотел нам научить, потом я буду подробно объяснить, какая разница между основой иудаизма, по мнению Раби Иуда Леви, основа иудаизма, как прийти к вере, основа иудаизма, по мнению Рамбама, который тоже один из ראשונים, и как Раби Иуда Леви представит иудаизм. Начнем сначала, давайте посмотрим сам текст. Да. Я не сказала, когда представила себя, мой русский язык, как вы слышите, он не максимальный. Я учила русский язык, это не мой родной язык. Я думаю, я считаю, что я достаточно учила его неплохо. У меня запас слова тоже неплохой, но иногда... иногда что-то, какое-то слово у меня улетало, или уровень язык не такой развитие. Тем более читать, я не очень хорошо читаю, можно сказать, даже плохо читаю, поэтому я буду рада, если кто-нибудь из тех, которые на урок, поможет меня читать.
потому что я могу читать чуть-чуть, стесняюсь чуть-чуть с моей ошибкой. Поэтому если кто-то такой смелый, готов я читать, могу, я могу помочь читать этот текст, у меня есть эта книга тоже в книге. О, спасибо, Виталий, спасибо. Давайте начнем. Сказал Иуда бен Шауль, сказал автор. Многие спрашивали меня, какие возражения и доводы мог бы я привести в споре с противниками нашей веры, философами, а также последователями других религий и еврейскими сектантами, посягающими на единство народа Израиля. И вспомнилось мне, что я слышал однажды доводы ученого раввина, бывшего при дворе хазарского царя, который перешел в еврейскую веру около 400 лет тому назад. Как известно из хроник, он много раз видел один и тот же сон. Ангел приходил к нему и говорит: «Намерения твои угодны Творцу, но действия твои ему не угодны». Он стал тщательно исполнять предписания хазарской религии, стал участвовать в службе святилища и в приношении жертв со всей чистотой сердца, но ночью вновь посетил его ангел, говоря все те же слова: «Намерения твои угодны Творцу, но действия твои ему не угодны». Давайте до суда, хорошо? Во-первых, Раби Иуда Леви, который он говорит, сказал автор, то есть он представил себя, он находится в этой книге, он говорит, это я говорю, автор говорит, и он использует, первый, он здесь говорит про три разного вида, кроме иудаизма, философа и другие религии. Мы потом увидим את מונותאיזם, את יש מוסלמני и христиане, и есть сам царь Кузар, который был идол поклонник. Это три разного группы, и с другой стороны у нас иудаизм. То есть есть философы, в этой эпохе в Испании они очень развиты, умные, науку, ученые, разные философы из одной стороны, христианство, которое, если мы смотрим в Испании, там же была война христиане и мусульмане постоянно, христиане и мусульмане, и есть здесь идол поклонники. Во время Раби Иуда Леви идол поклонники в мире есть, правда, меньше, уже меньше, но царь Кузар, он представитель идол поклонства. Сон начинается здесь, и сон. Сон приходит ангел к царь Кузар и говорит: «Намерена твоя угодна Творцу, но действо твоя ему не угодно». Во-первых, я бы хотела в первый урок чуть-чуть отделить внимание вообще о сон. Если можно, Натан уже убрал текст, я увидела люди, будет больше мне удобно. Начинаем о сон. Что такое сон? Потому что здесь Раби Иуда Леви использует его в начало его книги, как то, что приводит царь Кузар к началу искать. То есть он относится к сон к непростой вещь. Мы знаем мнение мудрецы, что сны אין חלום בלי דברים בטלים, что сон это глупость. Чуть-чуть мы можем сами посмотрим про сны. Если я иду спать, и вчера моя дочка пошла спать и просыпалась, и говорила: «Ой, такой сон у меня был», конечно, я не думаю, что она после этого сон должна начинать путь в жизни. Это из одной стороны. И с другой стороны,
если мы хорошо учим книги Берешит, там сни, через сни идет путь еврейского народа. Яков Авину и его сыновья, сни, которые были у Йосефа, до этого сни, которые были у Яков, через это он богатил. Сни, которые у Йосеф, которые из-за сни его продали, из-за сни получилось, что они реализовались. А потом у Паро были сни, до этого были сни там в Турма. И Йосеф стал цар весь мир благодаря того, что он мог бы объяснить сни. То есть после, что мы учим Тора, мы понимаем, что сон – это пророчество. И то же самое здесь. Когда царь Кузар получает сон, намерена твоя угодна Творца, а действа нет, тогда мы понимаем, царь Кузар, это приходит к нам как пророчество. Я не могу сказать пророчество, потому что во время Раби Иуда Леви нет пророчества. И он это объясняет, пророчество, мы потом будем это учить. Пророчество не бывает к неевреи, пророчество не бывает к, в диаспору и так далее. Ну, так что не пророчество, а что-то важное, которое через него надо искать путь жизни. Это ангел приходит с небес и говорит. И так он относится к этому. То есть, с одной стороны, сон – это глупость. И с другой стороны, сон – это пророчество. Или сон – это важная вещь, которая меня много всего подсказывает путь в жизни. Это подсказка из небес. Это что? Может быть, это смесь? Может быть, это ничего? На самом деле, сон – это наше подсознание. Много всего, которое я о нем думаю сегодня, или должна была думать, или даже я не знаю, что я думаю про это, или это какой-то контакт мое, я вижу это во сне. Есть даже мнение, которое говорит у психолога, что как есть, я кушаю, извините меня, иду в туалет, у меня столько мыслей, а то, что уходит, это через сны. То есть что-то в сне, это что-то, которое я думаю внутри во время, когда я сплю. Что-то, которое у меня в душе. И где я нахожусь, там и сни. Если я человек, который разговаривает с Всевышним, он будет разговаривать со мной через сон. Если я думаю очень много глупостей, это я увижу во сне. Если у меня гнев, я могу это увидеть в сне. Если это великий человек, тогда в его сне можно видеть великие вещи. А если у человека есть смесь, он и то, и то, каждый человек есть его большие моменты, есть его слабость, есть его глупость, есть его ум. Так что в сне будет и то, и то, и то, и то, и все. Так что это и есть сон. Но если я говорю, что сон – это подсознание, что сон – это что-то, которое моя душа хочет меня сказать или не хочет меня сказать, так что посмотрите, где ищет Раби Иуда Леви подсказка или Всевышний, или религия, он ищет это в сон, то есть внутри. То есть если еврей хочет найти свой путь, пускай это найдет у себя внутри. Подумать. Копать в душе. Может быть, днем он это не послушает, не увидит, может быть, во сне.
То есть сон это что-то, которое я там нахожусь. Что-то, которое выходит из меня внутри. Я дала пример из книги Берешит про пророчество. Пророчество это подарок с небес, который дали меня внутри. Не меня, потому что я не пророчество, а дали пророк. Сейчас одну минутку. Дали пророк, он не может это слышать Всевышний в настоящем, в, когда он в жизни, тогда он слышит это во сне. Но Раби Иуда Леви, здесь в его рассказ, он же автор. Он не слышал это от царь Кузар 400 лет назад. А он автор, и все, что он пишет как автор. Он говорит про царь Кузар, который видит во сне много разных вещей. Ангел с ним разговаривает. Из одной стороны, ангел – это подсказка из небес, снаружи. Снаружи из нашего мира вообще. И с другой стороны, это в сон, значит, у него внутри. И мы увидим, как это подходит к Раби Иуда Леви, к его мнению. А ангел говорит, «Каванатха рецуя, намерена твоя угодна Творцу». Ну, действо твоя неугодно, ну, массе, действо лорацуя, неугодно. И здесь есть разница между намерением и действием. Потому что тот царь Кузар, как мы читали, постарался делать еще больше действа и действа с истинным намерением. То есть он изменил действо. Он продолжал то же действие, как он занимался, но увеличивал в намерение, а намерение было уже угодно. Он больше старался, он намеренно усилил. И как здесь написано, царь Кузар в чистый намеренно, в правильно, во все хотел и искал правильный путь в жизни. И человек, который ищет, и ищет хорошо, должен найти. Намерена твоя угодна, значит, он истинно намеренно искал правильный путь. И это первое, что Раби Иуда Леви хочет нам сказать. Во-первых, основа должна быть правильно намерена. Ищите, спросите. И если будете спросить, найдете. Но найдете не помощь сам себя копать внутри душа. Все-таки это сон, это копать внутри. А надо подсказка ангел. Ангел это кто? Ангел это посланник. На иврит малах. מלאך את האנגל, מלאך את הפסלניק. עזיז את האנגל סניביס. מי נפיס את המלאך ניביס? נפיס את האנגל. פסלניק. כתורה פריחודית היא גברית ימו פצקסקה. נמר אינה אוגודנה, נודיסט וניוגודנה. תויס רבי יהודה לוי פאר ושטוחות שתנם סקזת. Что мы сами с полностью намерены хорошие должны использовать помощь снаружи. Сам человек, неважно, во-первых, намерение это интересно. Человек разделяется на три вещи. Есть голова, то есть ум, есть сердце, желание, намерено. А есть действия, руки. То, что он реализовывает, делает. Намерение, она здесь. Не видно. Намерение, она здесь, в сердце.
Но она с большой помощью, то, что он искал и спросил вопросы. Так что можно сказать, что его намерение, она смесь сердца и голова. А я не сказала, я благодарю все, которые будут открывать камеру, чтобы я могла кому-то смотреть. Если никто не открывает камеру, буду смотреть на название вашего имени, это тоже что-то. Но было больше приятно, если я кого-то увидела, и как больше, так лучше. Не обязательно, но я буду искренне благодарна тот, который открывает, как больше. И неважно, если вы кушаете, моете посуду, двигаетесь где-то, но все-таки кое-что вижу. Буду рада. Конечно, не обязательно, нету оценки, нету посещаешь, но все равно так больше приятно. То есть намерение – это смесь, что он думает и чувствует. Хочет. Но действо для того, что правильно действо, чтобы знать, надо ангел, который добавил нам подсказку. Какой-то информация, которую мы сами не можем достигать сами. Человек не может достигать все сам. Доказательства. Всевышний с нами разговаривает. Он дал нам Тора. Нам нужна Тора для того, чтобы знать. Всевышний обращался к Авраам, обращался к Ицхак, обращался к Яков. Авраам сам очень много сам знал. Но Всевышний обращался к нему. Моше Рабейну передал нам весь письмо от Всевышнего для того, чтобы мы знали. Туда нам надо добавить наше намерение, наше желание, что мы хотим искать правильный путь. Это очень важно, потому что ангел не может прийти без намерения угодно Творцу. Ангел приходит человек, который очень хочет. Есть желание, можно все найти. Можно все найти, потому что Всевышний нам пошлет ангел. Не просто так ангел приходит к царю Кузар. Много раз. Почему он пришел к нему и не пришел к совсем остальным? Потому что намерение было угодно. Потому что он очень хотел правильно жить. И тогда ангел к нему пришел и подсказал, и сказал, ищи правильно действо. А теперь к этого фраза, намерено угодно Творцу, а действо твое не угодно. Что важнее, действо или намерение? Что важнее? Это очень тяжелый вопрос. Конечно, самое идеальное, что будет хорошее намерение и хорошее действие. Но что важнее в мои действия? Намерение или действие? Что Тали пыталась отвечать? Да? Действие, действие. Почему ты думаешь, что действие больше важно? Потому что, например, почему у нас есть мицвот, да, что мы должны делать сами, тогда мы будем приближаться и понимать, начинать. А если мы не будем делать, а будем только думать, мы там же и останемся. Хотя это думать неплохо. Мы находимся в мире действия, да. А думать это виртуально. Да, и то есть, да, то, что мы можем сейчас, мы можем действовать. А в Улам Аба мы не сможем уже действовать. Это статичный мир Улам Аба. Да. Поэтому мы сейчас должны сделать это наше... Нас сюда для этого послал Всевышний, чтобы мы действовали. То есть мы находимся в мире действия.
И то, что мы хотели делать хорошо, это очень приятно. Но, в принципе, надо результат. В нашем мире даже, в обычном, в обычном, настоящем нашем мире сегодня очень важно действие. Я иду на работу, я получаю зарплату, а результат. Например, инженер. Например, не инженер, а... как называется? Нагар. Тот, который делает мебель. Неважно. Столяр. Как? Столяр. Столяр? Да. Я забыла это слово. Он, его заказали ему шкаф, от него заказали шкаф. Он делил, не получился. Ну, он совсем намеренно делил, но нет результат, нет зарплат. Мир действа. Надо делить. Тора у нас написано «Помни день суббота». Как мы соблюдаем помнить, когда мы говорим? Разговор – это тоже действо. Это уже есть реально, физикально звуки. То есть, как соблюдать это заповедь «Помни день суббота»? Это когда мы говорим «Шаббат шалом», «Кидуш» и так далее. То есть, у нас 613 заповедей, ואתה זאפוודי, יש זאפוודי כתורי נדה ורית וסבישני, מעלה. יש זאפוודי כתורי נדה גברית, רזגבורת התוז'ה דיסטרה. יש זאפוודי כתורי נדה דילית. נו, תושטו מדילים, וליה את ננה שווה, נמרי נה עידושה. את אני פרוסטה ופוסטוי. Что мы делаем, влияет на нашу душу. Это реально так. Если я очень грустная, сил нету, буду одеваться, краситься, улыбка, идти на танцы, танцевать, поднимается мое настроение, влияет на мою душу, на психологию моя. То есть есть двухсторонний связь, пока я сказала один связь, но связь он двухсторонний. Если я чувствую, если я болею физически, начинаю чувствовать себя, у меня есть вера в Всевышний, что я выздоровлю, влияет на мою материю. То есть двухсторонний связь между моё намерение и мое действие. Если я с любовью готовлю, больше факт, что еда будет вкусна. То есть намерение влияет на действие, действие влияет на намерение. У нас, вернемся к иудаизму, который есть очень много, если я разделю 613 заповедей, заповеди, которые надо делить, или разговаривать, или верить, думать. Так что разговор и действие, конечно, большинство. Очень много надо делить. У женщин меньше, но все равно есть много всего, которое надо делить. Здесь говорит Раби Иуда Леви, намерена твоя угодна Творца, но действия нет. Я доказала, что действие важнее, но сейчас хочу доказать наоборот. Намеренно важнее. И есть мнение туда и туда. Я дам пример. Человек с ножом резит другой. Намеренно делит больно или намеренно делит операция. И, ну, здесь можно сказать, что действие другое, потому что тот операция – это и действие хорошее. Но больше того, если я получаю удар у кого-то, а он это делал для того, что меня было больно, меня очень больно. Но если он делал это нечаянно,
меня меньше больно. А если он это даже не видел, меня еще... А если он это делает, потому что думал, что так это для меня было лучше, меня уже не больно. То есть это реально для меня отношения другие больше важно намерение, чем действие. Если человек решил с намерением или без намерения, или даже вообще ничего, например, суббота. Включаю свет, потому что не верю в субботу, хочу нарушать. Это одно. Включаю свет, потому что не забыла, что суббота, это другой. Включила свет, потому что нечаянно стояла. Итак, включился, это совсем другое действие. То есть что важно, действие или намерение? Теперь мы понимаем, что намерение, но все-таки мы находимся в мире действия. И могу намерение очень хорошее, как много, которые могут говорить, אני דתי בלב, я религиозный в сердце, веру Всевышний, хочу делать добро. Но намерение очень удобно, но действия нет. Если ты так, у тебя такая хорошая намерение, постарайся найти важный путь. Кстати, хочу делать צדקה. Сейчас еврейский народ находится в очень тяжелой ситуации. Я хочу давать мои деньги, чтобы помочь еврейский народ. Совсем, со всей душа у меня есть ответственность смотреть, куда я вложила деньги. Что деньги дошел до правильного пути. Потому что есть очень много вариантов, куда давать деньги. Помощь еврейский народ. Ну, это мое ответственность питаться. С хорошим намерением питаться знать куда моя צדקה идет. Потому что есть очень много разных. И могу давать деньги для какая-то עמותה, которая вообще пришла к путь, что не помогает, а наоборот. А я делила это с очень хорошим намерением. Так как тот американец непонятно кто, который посылает деньги к бедни арабы, которые... страдает в Газа, и за это деньги делает бомба. То есть намерена твоя угодно Творцу, но действуй, посмотри, что они в адрес. Недостаточно, мы сказали, намерена важнее, но она недостаточна, потому что она твоя ответственность. Это хорошая намерена, идти в правильный путь. Для этого мы пришли в наш мир, мир действия, что совсем наше хорошее сердце, идти в правильный путь. Это что ангел говорит царь Кузар. Намерена твоя угодна Творцу, но действия нет. Иди, ищи адрес. Это что ангел ему говорит, но ангел пришел к цар Кузар, потому что у цар Кузар есть хорошее намерение. А то ангел сказал бы, и не было тот, который может искать правильное действие. Давай читаем чуть-чуть дальше. Натан, можно опять текст? Да, нет проблем. Мы остановились как раз в тот ангел, который пришел ночью и сказал ему, намерена твоя угодна Творцу, но действие твое не угодно. Есть?
Что у нас пауза? Что происходит, Слиха? Я мы ждем эффект на экране. А? Не слышно было. Народ, есть ответ? Текста нет. Что... Да, я спросила текст, а текст нет. А, текста нет. Слиха. Это хлорогидли. Я сказала и... Доки, они роют, они хотят, что шлиху там роют. Дака. Слиха. Шеринг. О, вот. Вот текст. Да. Немножко выше. Задав это была первая страница. Задав еще. Да, мы закончили первую. На первой странице следующее. Плохо слышно. Мы не закончили первый. Закончили? Нет. Следующее. Первое. Последнее. Сейчас. Ракшни Айхат. Виталий, дорогой, у тебя эхо. Тебя очень плохо слышно. Да. Тут открыто два макшира. Да. Мы в первой странице. Мы остановили. Намерена твоя угодно Творцу, но действо твое да. Ему не угодно. Да. Виталий, если ты можешь читать, ну, надо что-то сказать. Тогда он обратился к изучению. Не, сейчас, секунду. Слиха, у тебя где-то открыто два макшира. Виталий, у тебя два телефона или компьютер и телефон? Два у тебя. Хорошо, давайте, Виталий, дорогой, пока ты там настраиваешь, давайте я быстро прочитаю, хорошо? Он стал тщательно исполнять предписания хазарской религии, стал участвовать в службе святилища и приношении жертв со всей чистотой сердца, но ночью вновь посетил Евангелие, говоря все те же слова. Намерения твои угодны Творцу, но действия твои ему не угодны. Тогда он обратился к изучению всех вер и религий, и в конце концов принял еврейскую религию, а вместе с ним многие из хазар. Читаю до точки. Так как я нашел доводы этого раввина убедительными, и так как они соответствовали моим собственным мыслям, я решил записать их так, как они были высказаны, и разумеющие, сейчас Натан, тебя не слышно. Я решил... Что сейчас? Разумеют. Слышно меня? Да. Говорят, что когда хазарскому царю было открыто во сне, что его намерения угодны Богу, но поступки его ему не угодны, а также было указано ему найти образ жизни, угодный Богу, он обратился к величайшему философу своего времени и спросил его, в чем состоит его вера. Да, давайте до суда, Злата. И Натан, можно убрать текст? Хорошо? Да. Так что он ищет правильное действие, правильную религию. Вообще религия – это вера плюс какая-то служба. И он ищет другая религия, и первый он обратился к философу. Почему он обратился первый к философу? У него в Сфарад, в Испании, в это время есть философ, есть христиане, есть мусульмане, есть евреи. Он, Раби Иуда Леви, вообще начинает который верит в очень много религии, очень много святости, очень много материального святости. Там жертвоприношения разные, там много разных действий разных, которые идолопоклонник верит в очень много богов. Первое, что он обратился, это философ. Это самое далеко, можно сказать, из идолопоклонства, то есть из края до края, потому что философ не верит в никакой святость, которая находится здесь. Сейчас мы будем, даже может быть не сейчас будем читать мнение философ, а следующий урок,
Ну, я дам чуть-чуть предуслово. Философ верит в то, что самое важное, это мое намерение, потому что Бог далеко и меня не видит. Что верит философ? Это в ум человеческий. Человек, который имеет самый умный человек, он самый святой. Использует его ум, его знания, его понимания для того, чтобы быть хорошим. То есть, для того, чтобы было хорошее намерение, надо как больше информации от моего знания, понимания, ученого, и добавить туда хорошее намерение, и так я пришел к правильному пути. То есть неважно, какое действие ты делаешь, приносит жертвы, приношение, потому что тебя так хочется. Или дает цдака, которая тебя так хочется. Или ты думаешь, что надо вот так себя вести на святой день, на седьмой день отдыхать, и в шесть дней работать. Ты так решил? Самое важное быть умным, использовать твой талант и желание. Желание быть хорошим. То есть важно намерение больше, чем какой религии ты выбираешь. Иными словами, религия – это что-то, которое человек придумал для того, что чувствует себя хорошо. А сам Бог, который творил мир, он творил или мир вечный, мир здесь крутится, постарайся быть умный, хороший. И так отличаются людей от великих людей. Это люди, которые используют самый важный инструмент, который есть для человека. На самом деле это его ум. С этого он отличается от животных. С этого он святой. То, что он учится, понимает, и так он будет понимать, как правильно жить. Это как предуслово для мнения философа. И поэтому он говорит, царь Кузар, намерена твоя угодна Творцу, постарайся давать еще больше хорошее намерение. Еще больше хорошее понимание, учи, у тебя получится. Это что говорит философ. Почему он обратился к философу первым? Потому что это самое далеко от идолопоклонники. Идолопоклонство, которое ищет святость, ищет духовного силы в любой часть из нашей природной мира. Светость это сил, светость это сил, духовность это сил, это поклонство. Говорят философ, здесь нету духовной сил. Духовный сил есть человеческий талант. Это и есть наша духовность. С этим отличаемся от животного мира. И поэтому ты хочешь быть хорошей, учись. Это философ. Но мы вернемся, и здесь так я хочу заканчивать наш урок. Намерена твоя угодна Творцу, действие твоя неугодна, обращается ангел к цар Кузар, от этого мы учим. И это хочет нам Раби Иуда Леви учить с хорошим намерением. Как есть такая пословица? Люди с хорошим намерением могут дойти до ад. Хорошее намерение. Есть такой? Да. Правильно? Как это? Хорошими намерениями выслан путь в ад. Да,
Я правильно пыталась по-русски это... Правильно. По-русски это сказать. Намерена твоя угодно, хорошая. С это намерена ищи правильно действо. У тебя есть ответственность. Ответственность это намерена направлять в правильный путь. Потому что хорошее намерение ради Бога можно убить. Ради Бога можно украсть, ради хорошего намерения можно делать столько зло, с хорошего намерения у тебя есть ответственность использовать это намерение, чтобы найти правильно и хорошее, и добро, и правильно действие. Это твоя ответственность. Спасибо. Я надеюсь, было понятно. Спасибо. Спасибо, спасибо, было очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо, Элит, огромное. Замечательно. Здесь много знакомилось и тоже не знакомилось. Было очень, очень приятно познакомиться. Я надеюсь, мы будем увидеться дальше. Конечно. У нас активная группа. Я была бы рада. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.